Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию самых красивых актеров русских сериалов от 30 до 40 лет, по мнению телезрительниц. Дорогие мои, не пишите, пожалуйста, а где Бондаренко, а где Руденко, Матвеев, Страхов и прочие. Просто зрители так решили. Видимо, им уже надоели одни и те же лица, поэтому они составили свой рейтинг топ-5. Пятое место отдают российскому актеру театра и кино Александру Давыдову. Александру еще только 38, а в его фильмографии уже более 55 работ в кино. Особую популярность актеру принесла роль в мелодраме «Птица в клетке», военной драме «Баллада о бомбере» и сериале «Маруся». Актер активно ведет свой инстаграм, где иногда появляется и его девушка. В интервью Давыдов о личной жизни умалчивает. Поклонницам остается только надеяться, что сердце этого красавчика еще свободно. Четвертую позицию занимает Иван Стебунов. Актер врывается, можно сказать, в последний вагон нашего списка. Несмотря на солидную цифру 40 лет, внешне Ивану не дать более 30. Актер до сих пор с легкостью играет в кино молодых людей. Фильмография этого актера уже более 60 работ в кино. В 2019 году со своей партнершей Инной Свечниковой Иван по «Танцам со звездами» занял первое место и обзавелся еще большим количеством поклонников. О личной жизни актер не распространяется. Известно только то, что он был женат на актрисе Марине Александровой. Но из-за проблем актера с алкоголем и его изменами паре пришлось расстаться. Сейчас актер счастлив в браке со второй супругой Еленой. Тройку красавчиков русских сериалов открывает актер, получивший свою популярность за роль Максима Лаврова в сериале «Кухня» Марк Богатырев. Марку 37 лет. В его фильмографии десятки сериалов и фильмов. С 2020 года Богатырев женат на актрисе Татьяне Арнгольц. У пары подрастает совместный сын. Второе место из нашего списка получает Нил Кропалов, актер сериала, популярность которому пришла еще в ранней юности, когда на экраны вышел сериал «Ранетки». Роль молодого человека Матвея принесла Нилу большой успех. С тех пор актер стал часто получать предложения на главные роли. Кто смотрел картину «Лестница в небеса», помнят его по этой роли. Актеру только 31 год, в его фильмографии уже более 20 работ в театре и кино. О личной жизни этого актера практически ничего не известно, так как он тщательно ее скрывает. И, наконец, первое место. Его заслуженно, как считают зрительницы, занимает актер сериалов «Молодежка» и «Грант» Александр Соколовский, победитель 6-го сезона шоу фигурного катания «Ледниковый период» в паре с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой. Актеру 33 года, в его фильмографии уже более 60 работ к кино. Его типаж – молодые харизматичные сердцееды. В 2020 году Александр женился на своей возлюбленной после романа длиной в 1,5 года. Это были самые красивые актеры русских сериалов от 30 до 40, по мнению зрителей. Я мнение зрителей всегда уважаю, поэтому пишите и вы свое мнение в комментариях, согласны вы с этим рейтингом или нет. А также можете написать своих любимчиков, которые, возможно, скорее всего, войдут в следующий рейтинг. Всех благодарю за внимание, всем удачи, всего вам самого доброго, всего самого замечательного. До новых встреч и всем пока-пока!